Почему лидер финтеха PayPal не делает пока ставку на биткоин? Блокчейн – это технология, позволяющая внедрять инновации, сказал генеральный директор PayPal Дэн Шульман. Но чтобы служить реальной валютой, биткоин слишком волатилен, то есть его курс слишком быстро и часто меняется. За пару недель он может как упасть, так и вырасти до 15%. А розничным торговцам компенсации подобных рисков необходимо закладывать в стоимость товаров. Суть блокчейна, говорит директор по фондовому анализу в Букингеме Крис Брендлер, в том, чтобы использовать математику для устранения третьей стороны. Между тем, Шульман одобрил применение технологии блокчейн в большинстве сфер, предлагаемых компанией, от контрактов по недвижимости до финансовых услуг.